Всем привет! У нас дождь, у нас зима, снега нет. Покажу вам сейчас быстренько. Уже перецветает моя орхидея. Вот она, башмачок. Пахиподиум. Вот, нужно удалить листочки засохшие. Раньше я ее не снимала. Просто не было времени. И вот сейчас показываю. В этом году цветет только одним цветочком. Здесь же рядом возле окна зимует моя мадагаскарская пальма. Ей нужно до плюс 15 зимой. Я ее слегка поливаю. Очень шикарное, огромное растение. Посмотрите. Это растение, как я уже говорила в предыдущих видео, кто смотрит мой канал, тот знает. Получила в подарок от одной кактусной пожилой леди. И очень довольна этой пальмой. Здесь у меня стоит вот такое растение. Немножко темно. Это в коридоре. На комоде оно стоит. Золотой ус. Огромное растение, разрослось до невероятных размеров, и вот поставить даже некуда, я поставила здесь на комод на втором этаже. Здесь у нас в гостевой комнате я думала поставить часть своих литопсов на зимовку, так как батарею мы включаем только иногда. Вот, пожалуйста, мои амариллисы. Они отдохнули полтора месяца и тронулись в рост. По чуть-чуть поливаю их. По поводу литопсов. Думала поставить, но еще пока не знаю. Может быть, все-таки оставлю их на зимовку в теплице вместе с кактусами. Плюс 7 там. Вот такие дела. Вот завязалась коробочка с семенами. На моем растении. Не думаю, что я буду сеять. Здесь у меня стоит вот такое удивительное растение. Это канафитум. У него зимовка начинается с марта месяца. Сейчас я его еще поливаю. Вот все остальные растюшки чувствуют себя хорошо. И ждут лета. На этом окошке у меня стоит несколько литопсов. Они еще маленькие. Мне стало жаль их. И я не ставила вместе со всеми растениями их на зимовку. Также вот здесь. Вот несколько штук. На улице очень мрачно у нас. Холодно. Но снега нет. К сожалению, дети очень хотят снега. Две мои китайские розы стоят. Время от времени выдают бутоны. Так как зима, цветут, конечно, неохотно, потому что они пока отдыхают. Это вот красная роза, а это желтая. Между ними прислонилась маленькая мимоза. Очень интересное растение. Когда прикасаешься к ней, она складывает свои листики. Может быть, кто помнит, однажды мы пересадку делали перискиопсисов. Я их нарезала на черенки и просто вот такими вот палочками втыкала в субстрат. Хочу вам показать свою рощицу небольшую, насколько прекрасно они уже выросли. Тянутся к свету. Вот. Вот, пожалуйста, мое любимое растение. Это эуфорбия. Это монструозная форма. Здесь получился, внизу была маленькая какая-то деточка. И получилось простое растение, не монструозное. Очень красиво растет. Поливаю я очень редко. Как вы видите, у меня на улице все спит, отдыхает, зима.
Розы обрезаны. Я обрезаю розы осенью. Мне так удобней, потому что в конце февраля, начало марта, они уже дают росточки. Вот такая у нас погода, дорогие мои. Я вам всем желаю здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо, что вы со мной. Пока-пока!